Кохме установили новый светофорный объект. Благодаря этому перекресток улицы Ивановской и площади Октябрьской должен стать безопаснее для водителей и пешеходов. Только за два последних года здесь произошло 99 аварий. Один человек погиб. Светофор обошелся Кохме в 1 300 000 рублей. 900 тысяч из этой суммы городскому округу было выделено в рамках проекта РС-10. Поток очень серьезный. Наша трасса является одной из самых насыщенных в Ивановской области по обследованию. 17 тысяч единиц транспорта проходит ежесуточно. Поэтому для нас, конечно, этот перекресток всегда больным местом был, потому что есть и гибель, есть и инвалиды после аварий. Поэтому для нас главное, что действительно сегодня, по крайней мере, наши дети, наши жители спокойно могут переходить под зеленый свет, их никто не сшибет и никто, извините меня, не врежется.